Очень классное мероприятие. Форму я уже сам лично оценил, потому что я ее получил вчера. Я уже оценивал эту форму прямо у себя на тренировках. Мне она очень нравится. И на представлении она выглядит, наверное, сегодня еще лучше. Наверное, не знаю почему, но выглядела очень классно. Моя форма достаточно хорошая. Я выступил неподобающе, так сказать, на чемпионате Европы, потому что я постарался перешагнуть через себя. Я глобально усилил свою программу, усложнил ее, и я понял, что это было слишком рано для этого, нужно было это делать позже, однозначно не на чемпионате Европы, потому что для начала нужно было разогреться, нужно было выступать с таким набором элементов на более маленьких соревнованиях, потому что нужно основные элементы вставлять только в самые большие соревнования, но я, получается, так и сделал неправильно, да. Мой самый сложный элемент — это четверной флип, это почти что самый сложный элемент, после него есть только четверной лутц. Так что четверной флип исполняют не более чем 5 фигуристов в мире. На соревнованиях я один из них. Я не волнуюсь, я привык уже выступать на льду. Лед всегда одинаковый. Ну, разве что только по-разному выглядят трибуны, разное количество людей. Но в основном лед он одинаковый, и мне ничего не мешает, меня ничто не нервирует. Моя цель, конечно же, показать себя с лучшей стороны, откатать абсолютно чистые мои короткие произвольные программы, и тогда у меня будет очень хороший результат.